под крыло более маститых специалистов. В частности, Елена Анатольевна Чайковская может дать фору, пожалуй, почти любому тренеру мирового фигурного катания. Во всяком случае, на одной ступени, скажем так, с ней стоят, ну, разве что Тамара Москвина и Татьяна Тарасова. Максим Шипов. Комбинация мелодий «Чардаш» и «Маленькая кавалерия». Его короткая программа. Справился, причем достаточно уверенно. Каскад флип ту луп, потом тройной лутс и двойной аксель. Понравилось публике выступление Максима Шипова, достаточно задорно, пусть пока говорить о высоких скоростях и о блестящем владении коньком еще не приходится, как не обидно это слышать Максиму Шипову и его поклонникам, но те, кто выступает в первой, в утренней части короткой программы, они в основном все-таки борются за попадание в число тех, кому дозволено будет исполнить произвольную программу. Но хотя вот из тех, кто исполнил свою короткую, Максим Шипов произвел, пожалуй, пока самое благоприятное впечатление. На какую высоту? А на шагах решили немножко отдохнуть. Елена Анатольевна Чайковская говорит, что на такую высоту выпрыгивал на прыжках, но решил немножечко отдохнуть на шагах. Тренер всегда критически подходит к действиям собственного подопечного, но, тем не менее, по-моему, Елена Анатольевна довольна. Действительно, очень высоко исполнил. Тройной флип в каскаде. Луц вовсе едва ли не идеально. В прошлом году уже выступал чемпион Израиля нынешнего сезона на международных соревнованиях, но ни на чемпионате Европы, ни на чемпионате мира не удалось ему пробиться в число 24 сильнейших, и поэтому произвольной программы фактически на больших соревнованиях в исполнении этого фигуриста мы пока еще не видели.
Был он 30-м в Старом Свете и 34-е место занял на первенстве планеты. Всем привет. Шалом. Правильно. Под одобрение Елены Анатольевны Чайковской на двух языках поприветствовал Максим Шипов публику. А справа вы видите Владимира Котина, четырехкратный серебряный призер чемпионатов Европы подряд с 85 по 1988 годы. 48-39, блестящая сумма, и выходит в лидеры, да, в лидеры на 0,2 балла, опережая турецкого фигуриста Максим Шипов, выходит в лидеры соревнований. И вот на этом надо закончить соревнование. На этом соревновании мы заканчиваем. Вырубаем всю сетку.